У меня одноклассница, дочь председателя КГБ. Ну, дача, машина, отличная кухня. У меня же нет ничего. И что она могла достигнуть, если ей все дали? Мама с папой. Она не виновата. И мама с папой не виновата. Я завидовал им. Я сам хотел таких маму с папой. Я не хотел быть бедным. Я никогда не восторгался серпом и молотом. Мол, отобрать все у богатых, дайте мне. Ну, я понимал, у них есть, у меня нет. Я занимал вот ту самую золотую середину. Не бороться с богатыми, а вырваться из нищеты. Но как я, значит, знания...